протокольно задокументировано, скажем, это действительно единственный уникальный случай, когда, нет никакой возможности опровергнуть факт, что тигр действительно охотился на конкретного человека, на конкретного обидчика. Есть, ну, то есть можно вспомнить похожие истории, где, ну, можно сомневаться, как правило, там один следопыт трактует так, другой так, в общем. А история с Марковым, действительно, тут хошь не хошь, приходится признать, да, он искал встречи именно с ним, да, он целенаправленно искал этого человека.